короче, пока я готовилась, целый косяк уплыл. Вот там видно, не знаю, если вы увидите. Сейчас подплывет. Я ж тут на берегу стою. Да, мы были в церкви, вербное воскресенье сегодня. Куча народу было в русском, в русской церкви. Я еще видео сняла, вот здесь вот на этом месте сидела ягуана. Это будет видео, я через перископ бы не успела. Вот, а здесь рыбки плавают, целый косяк только что проплыл, так красиво. А, вон они еще, видно чуть-чуть. В общем, бери удочку и лови. Нет проблем. Да, будем паски печь, яички красить, а как же? Все будем, будем делать. Здесь иногда еще бобры выползают. Это прямо у меня во дворе, я вот через дырку снимаю. Вот такая дырка. А вот здесь я живу. Мы с внучком гуляем. Это как бы задний двор. У нас тут вот это гаражи, два этажа. Наверху вот там видно зелень. Это у нас там бассейн. И вот это солнечная сторона нашего дома. Здесь заграждение, прям канал рядышком, и рыбешка тут водится. Ку-ку, рыба, покажись. Мутная, да, здесь вообще заводь. Вот это место, я вам сейчас покажу, вот где деревья, это вообще джунгли. Сейчас мы пройдем подальше. Уже можно, конечно. Вот видите, какие деревья? Это у нас во дворе. Вот наш двор. С обратной стороны. С хозяйственной стороны, тут гаражи, тут машины. А уже с заборчиком детский парк, вот там ребята играют, не играют, а катаются на скейтах. Сейчас покажу, если будет видно. Там такая специальная площадка. И покажу. Там подростки развлекаются. А дальше там впереди можно увидеть обычный парк. Здесь какие-то системы. Не знаю, вентиляционные, наверное. Я вышла на солнышко, не вижу. А, вот сейчас. Вообще подростки дисциплинируют. Ну, а что не дисциплинируют? У них активный, нормальный отдых. Мы разделены забором, поэтому тут машинки стоят, и там дальше наши машинки стоят, это гараж. Там, на самом верху там бассейн. Можно и по лестничке подняться. Вон наша машина. Ой, будь здоров. Здоров.
вот такое покрытие. Видите, идет земля, потом специальное покрытие. Никогда нет грязи. Вот там детская площадка. Такие горы. Вокруг бегают маленькие ящерки. Сейчас увидим их. Наверняка. Каждая машинка имеет свое место. Каждый житель квартиры имеет лично свое место под номером. Видите, вот такой специальный номер у каждого есть. Никто не может занять, кроме хозяина. Есть специальные места для гостей. Это уже перед домом. Где можно заплатить $6 и оставить машинку на сутки. А здесь очень тихо, он сейчас у меня спал, уже проснулся. И вокруг домика мы круги наматывали. Вон тропинка на океан. Вдоль дома. Сейчас так хорошо, свежий ветерочек, не жарко. Вот это двор наш. Уже передняя часть, красивая. Видите, нет земли, везде насыпь, за которой ухаживают. Вот тут земля проглядывает. Что это, не чернозем, а какая-то вот непонятно. Сухая такая. За забором остановочка. Вот, а здесь красота, конечно. Даже беседка с вентилятором. Вот это один вход. Там есть второй такой, калиточка. Вечером включат вот эти вот танчики. Вот, а мы сейчас сядем в тенечек здесь и пойдем дальше. На 19 этаже мы живем. Да, малыш? Да, мой золотой. Приезжайте к нам! Скажи, приезжайте! Приезжайте в Майами! Не видать.
отдыхающие. Такое сооружение — это самоочистка. Но все равно каждое утро ходит дворник с сачком таким и подбирает листики, вот все, что там, бумажки там упали, может быть. Все это сачком еще подбирают. Здесь тенечек нет, этих ящеров. Они все туда сбежали, с лесом. Все, всем теплый привет, Саня, с Майами. Пока-пока.